Это спасло многих. 6 вещей, которые обязательно должны быть на вашей кухне. Каждый из нас хочет притянуть к своему дому счастье, удачу и изобилие. Вы уже знаете, что многое зависит от того, какая энергия находится в вашем доме. Если он наполнен положительной энергией, соответственно, она притягивает все положительные энергии одну за другой. А вот если он наполнен негативом, у хозяев начинаются разные неприятности и беды, и все плохое так и липнет к ним. Чистота в доме и правильные чистки также очень важны для того, чтобы притянуть в дом положительные энергии. Кухня вообще должна находиться в идеальной чистоте, так как это сакральное место в доме и светлые энергии зарождаются с нее. Если на кухне идеальный порядок, в доме будут водиться деньги. И если у вас чистая и красивая кухня, ее энергия, которой она наполнена, принесет вам достаток, моральное спокойствие, положительные эмоции и хорошее настроение. На кухне не должно находиться разбитой посуды и ненужных вещей, они будут притягивать только негатив и бедность и разного рода неудачи. Кухонные полотенца обязательно должны быть без пятен и дырок, так как в таком виде они тоже притягивают негатив. Все должно быть, наоборот, красивое и не грязное, чтобы когда вы достаете эти вещи для пользования, глядя на них, вы улыбались, но ни в коем случае они не должны вызывать у вас огорчение. На кухне всегда также должно быть уютно. Никогда не выясняйте отношения на кухне. И если происходит такая ситуация, сразу выходите, ведь так вы будете сразу притягивать разрушительную энергию в сакральное место в доме, что приведет в дальнейшем к ссорам в семье и даже разводу. Освещение должно на кухне быть хорошим и ярким. Готовить и есть всегда нужно в хорошем расположении духа и со светлыми мыслями на душе. И если вы на кухне будете делать все правильно, это только укрепит ваши энергии. Помимо этого, наши предки знали, что для того, чтобы помочь укрепить энергетику дома, нужно заполнять его разными оберегами. Для каждого места в доме подходят свои. Они должны быть без повреждений, пыли, чтобы работать в нужном для вас направлении. Также их нужно правильно подзарядить положительной энергетикой, чтобы они с каждым днем все больше притягивали ее в вашу жизнь. Мысли, желания, обряды – все это влияет на энергии, которые окружают вас, поэтому мысли и желания должны быть сформулированы правильно и нести в себе только положительный посыл. Давайте узнаем, какие вещи обязательно должны быть на вашей кухне. Первое. Веник. Веник – это самый важный оберег, ему нужно уделять особое внимание, всегда держать в правильном месте и относиться к нему с уважением. Он всегда должен стоять вверх щетины, так он будет притягивать богатство в ваш дом. Никому нельзя давать прикасаться к вашему венику, чтобы человек не забрал ваш уют и стабильность. Если вы не пользуетесь обычным веником, купите просто веник-оберег и разместите его на кухне. Второе. Скатерть. Скатерть обязательно должна быть на столе на кухне. Она также притягивает положительные энергии и оберегает ваш дом от беды. С помощью скатерти можно притянуть в дом энергию денег и стабильности. Она также защищает от недоброжелательных людей, поэтому после каждого приема гостей ее нужно стирать в проточной воде. Третье. Лавровый лист. Лавровый лист – это сильный оберег, он обязан быть на каждой кухне. С его помощью в дом притягиваются все нужные для вас положительные энергии. Также с его помощью можно приумножить то, что уже у вас имеется, и не дать плохим энергиям распространяться по вашему дому. Четвертое. Чеснок. Чеснок способен уберечь от сглаза негатива, который в ваш дом может принести человек с нечистым сердцем и мыслями. Он отобьет всю зависть и поможет удержать положительные энергии вашего дома. Лучше, если это связка чеснока, но если нет возможности, хотя бы одна целая головка должна лежать на видном месте. Чтобы, когда человек приходит в ваш дом, сразу на нее натыкался. Так она будет впитывать негатив, если ваш гость с ним пришел к вам. Пятое. Перец. Перец также сильный оберег вашего дома и должен быть на кухне, так как он несет в себе энергию огня и будет убирать весь негатив. Он будет надежно защищать всех, кто живет в доме от сглаза и зависти. А также поможет укрепить семейные отношения и уладить конфликты, если таковые имеются. Шестое. Прихватка. Прихватка также должна присутствовать на кухне, так как она является символом крепкой и дружной семьи. Лучше выбирать прихватку, на которой изображены цветы. С таким изображением она будет напитываться положительными энергиями. Прихватка всегда должна находиться на виду.
Если вы правильно разместите ваши обереги, плохие энергетические потоки не будут притягиваться в ваш дом и будут обходить его стороной. Помните, что ваш дом – это ваша крепость, и чем лучше вы ее укрепите, тем спокойнее и счастливее вам будет в нем житься. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.